Балансиры Ice Baby 21 и 26 отличаются весьма солидным весом при удивительно компактных размерах. К примеру, этот малыш при длине всего 26 мм весит 8,3 грамма. Приманка имеет короткое тело, сильно приплюснутой головой. Несмотря на миниатюрные размеры, балансир оснащен тремя крючками. Приманки имеют красивые варианты раскраски и удивительно живые глаза. Тяжелый вес, пластиковый хвост большого размера и сплюснутая голова позволяют балансиру Baby Ice 21 и 26 очень широко играть на резких коротких подбросах. При этом сплюснутая голова при игре не дает балансиру возможность излишне задирать нос, и по этой причине балансир играет вытянутой восьмеркой. Очень красиво. Балансир лучше всего играет именно при коротких рывках. Максимальная амплитуда взмаха удильника должна не превышать 10 сантиметров. Если проводить балансир вверх короткими уступами, то приманка начинает играть более плавно. Это очень помогает при ловле пассивной рыбы. Для разнообразия очень полезно приманкой периодически играть как мормышка. Совершенно не имеет смысла играть этими балансирами, делая вот такие широкие взмахи. При такой игре балансир просто поднимается вверх и падает резко вниз. Такая игра рыбу пугает. Гораздо эффективнее данной приманкой играть очень короткими и очень резкими рывочками. Именно на такой игре проявляются лучшие свойства данного типа балансиров. Для ловли на мелкие, но тяжелые балансиры Ice Baby 21 и 26 необходимо использовать монолески диаметром от 0,14 мм и до 0,2 мм. Приманки позволяют ловить окуня и на небольшой глубине, и даже на 6-8 метрах.